Плагиат или цитата с намеком? Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен снова в центре скандала. Лидера ультраправых обвиняют в плагиате речи бывшего соперника Франсуа Фийона. Почему Ле Пен заговорила его словами и чем ей может аукнуться эта история? Елена Зорина подробнее. Одна из самых обсуждаемых тем во Франции – плагиат Марин Ле Пен. Хэштег с таким названием в соцсетях бьет все рекорды. Причина – первомайская речь лидера ультраправых. Еще в середине апреля вылетевший после первого тура кандидат от республиканцев Фийон рассуждал о границах и соседях Франции, еще об особом пути страны. Теперь это сделала и Ле Пен. Но все бы ничего, если бы не заговорила точь-в-точь устами соперника. Впрочем, судите сами. Если люди изучают наш язык, иногда это крайне дорого, в Аргентине или Польше, если там есть даже списки на ожидание для того, чтобы зарегистрироваться в школе Альянс Франсе. Этот ролик уже просмотрели почти 70 тысяч раз. Его смонтировал один из французских сатирических интернет-каналов. Именно там первыми и заметили сходство речей бывшего и нынешнего кандидатов. А французское издание «Либерасион» подсчитало, Ле Пен трижды так цитирует Фийона. Другой вопрос – зачем? В лагере ультраправых пояснили это желанием привлечь избирателей Фийона на свою сторону. Одна минута, 20 секунд из одного часа и 20 минут. Это кивок в сторону Фийона. Это не было частью речи из ее программы. Это раздел идентификации Франции. Мы сочли этот кусок речи Фийона трогательным. Потому так получилось. Марин Ле Пен не сектантка. Но когда ее что-то трогает, так она об этом и говорит. Несколько странное оправдание, потому что сам Фийон, как только вылетел из гонки, призвал сторонников поддержать другого кандидата, проевропейского центриста Эммануэля Макрона. И зачем теперь Ле Пен его цитировать слово в слово, абсолютно непонятно. Хотя действительно, сторонники Фийона могли бы, если не принести ей победу, то хотя бы сравнять счет во втором туре. Кандидата от республиканцев поддержали почти 20% избирателей. Именно на эти 20% Ле Пен, по данным соцопросов, сейчас и отстает от фаворитов. Фаворита компании Эммануэля Макрона. Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».